Приветствую вас, друзья! Спасибо, что зашли на канал ко мне. Сегодня вот будет обзор вот такого. Ну, не сказать, что это виски, хотя это написано, что спиртовой напиток на основе виски. Все вискарь Балантайн, наверное, прекрасно вы знаете. Вискарь очень хороший, собственно говоря. Он в такой средней ценовой линейке стоит, но он довольно-таки неплохой. После него и голова утром не болит, и органолептика прекрасная, пьется он хорошо. Ну вот, собственно говоря, что меня удивило, вот так вот это слово, Пашин. То есть, страсть. Все знаете Passion Fruit, это маракуйя. Я когда был в Таиланде, там полно таких фруктов. Фрукт изумительный, безумный. И я, собственно говоря, хотел попробовать, какое же сочетание Passion Fruit с вискарем будет. Я думал, что это, наверное, будет вкусно. Но потом почитал я, друзья мои. Тут же не написано, собственно, Passion Fruit. Это просто слово Passion. Здесь, значит, медовая дыня, киви и грейпфрут. Очень странно. Зачем сюда киви забамбурили? Я считаю, что киви вообще не пахнет. У него запаха такого, собственно говоря, нет. Но грейпфрут, да. Грейпфрут это к джину больше, но никак не к вискарю. Ну и дыня. Ну ладно, может это вкусно. 35 градусов, как вы видите. 0,7. Я думал, что вот у меня еще вкус будет абсолют Passion Fruit. Вот видите? Вот это да, она пахнет. Это водка абсолют, именно маракуи, именно вот этими фруктами экзотическими. И немножко манго отдает. У меня есть обзор, если хотите, посмотрите. Собственно говоря, я надеялся, что именно вкус вот этого Passion Fruit, маракуи, будет присутствовать здесь. Ну, наверное, собственно говоря, я думаю, ошибся. Сейчас посмотрим. Бутылочка, собственно, оригинальная очень. Балантайн. Как и обычная классическая бутылка. Только немножечко золотистое вот такое исполнение. Как будто тут солнышко или мед. Написано все-таки спиртовой напиток. Сделано в Великобритании. В Шотландии, вернее. Ну, да. Вот, по сетке можете посмотреть. 35 градусов, друзья, они разбавили. Блин, здесь и то 38. Ну да ладно. Хрустит приятно. И приятно, что никаких шариков здесь нет. Ничего нет. Ну что ж, друзья мои, попробуем, что это такое и с чем его едят. Отдыхать не буду давать ему. Ух ты, блин. Пахнет-то приятно. Да, дымкой отдает такой. Собственно говоря, я даже вискарь не чувствую. Грейпфрут нет. Почему-то мне ананасом отдает. Ананас, дыня. Но киви уж точно нет. Ну ладно. Пробуем, друзья, как оно на вкус. Блин, так необычно. Тут пишут, есть и колер сахарный, и ароматизаторы. Фирмы Юза, что ли, какой-то. Ну, естественно, это все не натурально. Очень необычный вкус. Я даже не знаю, что мешает. Либо вискаревый вкус, либо наоборот этих фруктов. А может быть и ничего. Блин, ну вот если женский вариант вискаря, да? Вот женщина пить. Это стопудово. Это классно. Я еще разок попробую. Я что-то не понял с первого раза вообще, но закусывать вообще неохота. Во-первых, это мягко идет очень. И приятный такой. Вот этот букет, именно из трех этих, видать, ароматизаторов, дает
совершенно какой-то новый вкус, и он вместе смешался, и что-то не выделяется сильно. Но вот дыню я слышу, немножечко ананас слышу, киви нет. Потому что киви не пахнет. Как можно запах воды слышать? Нет, запах воды можно, когда ты в пустыне, блин, и у тебя сушняк. А вот просто то, что не пахнет, как можно этот запах определить? У киви нет запаха. Вкус есть, ничего не спорю. Одно скажу, друзья. Кто любит виски и вкус виски, кто знает Балантайн хорошо и, собственно, берет как виски, нет. Этот напиток сам по себе хорош. С виски его ставить рядом не надо. Он уже приобрел такой гармоничный вкус. Вкус очень приятный. Но кто хочет попробовать на основе виски что-то новое, то да, друзья. Итак, мой вердикт, напиток очень приятный. Очень странный, конечно, это дело вкуса. Обязательно попробуйте его. Вот, собственно говоря, вот с этим ничего рядом абсолютно не стояло. Это совершенно новое. Да тут они и пишут, что нет пашинфрут тут. Но вот интересный очень вкус. Мне понравился, даже пусть 35 градусов. Можно иногда вот такой пропустить стаканчик, это будет очень приятно. Я надеюсь, что на основе все-таки вискаря Балантайн, и голова на утро болеть не будет, даже если усугубить. Пригубить, еще усугубить. Итак, друзья, вердикт. Брать или нет? Да, брать. По крайней мере, даже хотя бы попробовать. Пожалуйста, если кто-то купит и попробует, мне интересно ваше мнение, честно говоря, вот, очень интересно, чем вам отдает. Напишите, если не трудно вам будет. Итак, брать или нет? Да, брать или обязательно брать. Брать друзьям или нет? Конечно. Я думаю, что они оценят. Любителям чисто вискаревого вкуса такого нет, не зайдет. А вот любителям мягкого виски, типа Таламура или Вилпил, вот такой средней линеечки. Да и Джим Бим, собственно говоря, который яблочком отдает немножечко. Собственно говоря, вот этот вкус вам зайдет, понравится. Но он тут немножко ядреный такой, вот этими. Собственно говоря, если в компании женщины, да, однозначно это пойдет. Потому что пьется оно помягче, чем 40 градусов. И, собственно говоря, вкус очень приятный, очень гармоничный, полный такой вкус. Брать. Итак, друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь. Бесполезно ставьте дизлайки. Ну и все равно подписывайтесь. Пока-пока.